Происходящее вызвало большой общественный резонанс. Горожане подозревали, что в вечернее время суток неизвестные разбивают ограждение реки. Инициативная группа сочинцев даже дежурила на набережной по ночам. Были и другие предположения. А именно, что подрядчики, проводившие реконструкцию набережной, использовали некачественные материалы. Как заверили нас в администрации курорта, полиция проводит проверку сразу по двум направлениям. На данном участке были демонтированы 23 пролета. Это порядка 88 метров, были повреждены. Значит, сегодня подрядная организация в рамках гарантийных обязательств по поручению главы города Сочи приступила к монтажу данных пролетов. Значит, сроки глава утвердил до 10 декабря. По словам Евгения Горлова, теперь набережную реки Сочи будут патрулировать полицейские.